Что делать при ощущении песка в глазах? Ощущение песка в глазах дают очень много заболеваний, поэтому не стоит ждать, что оно пройдет само по себе. Нужно обязательно обратиться к специалисту, потому что ощущение песка в глазах может дать обычный конъюнктивит, ощущение песка в глазах может дать кератит, один из первых признаков. А кератит – это очень серьезное заболевание, которое может привести нелеченный кератит и к язве, и затем к помутнению хрусталика, и это очень опасно.